Друзья, здравствуйте! В эфире я, Выдра Ваня. И сегодня я разнюхал для вас свежую порцию новостей. Наши с виду милые общительные пеликаны камеру не любят. В очередной раз попытка съемки закончилась угрожающим клацанием клювами и грозными рыками в сторону оператора. Хорошо, что Кузя и Кир в ближайшее время переедут в зимнее помещение и не будут кошмарить некоторых сотрудников. С глаз долой и с камер вон. Так что пока тепло и можно гулять по улице, торопитесь насладиться видом этих птичек. Слякотная погода в последние дни значительно подпортила внешний вид всеобщей любимицы Дуси. Но альпака в прямом смысле слова плюет на стандарты красоты и берет от жизни все даже в ненастье. Шерстяной ребенок активно помогает сотрудникам с кормлением соседей, регулярно совершает прогулки к вольерам хищников и не брезгует поеданием последнего зеленого зоопарковского газона. Такой подход не может не восхищать. Сородичи спешат занять места в зимнем вольере, самый гулящий павлин, а точнее пава по кличке Императрица, не собирается прекращать свою разгульную жизнь. Свободное перемещение, которое зоологи организовали для них с мая, пришелся пернатый из отряда курообразных по душе. Но возомнив себя птицей высокого полета, она протестует против зимовки в теплом помещении, забравшись на верхушку самой высокой в зоопарке березы. Впрочем, зоологи не расстраиваются. Приближающиеся минусовые температуры приведут шальную птицу в чувство, и она вернется в отчий вольер. Ну а императрица пока что смотрит на всех свысока и лишь изредка спускается для того, чтобы отобедать с гусями, которые любезно делятся с ней едой. Вы еще не готовы к минусовым температурам и белоснежным осадкам? И правильно, а то мои соседи-лисы уже во всеоружие. Отрастили шикарные шубы, густой подшерсток, хвосты распушили. И на тебе, погода подкачала. Ни снега, ни сугробов. Сплошной дождь и огромные лужи. Так что, господа, тест-драйв новой одежды пока откладывается на неопределенный срок. То ли дело мы с Манькой. От природы умные, красивые, а наши шубы готовы к любым погодным испытаниям. 120 тысяч волосков на квадратный сантиметр. Это вам не хухры-мухры.